Вы знаете, я ветеран свадебного движения. В том смысле, что вот я счастлив и счастье свое нашел в третьем браке. И вот вспоминая то, что было с первым и со вторым браком своим, я прекрасно понимаю, что никакое увеличение моего материального какого-то вклада в государство, чтобы оно меня выпустило из этих оков брачных, оно не остановило бы меня перед разводом. Это когда рушится семья, то все, что касается каких-то таких странных вещей типа денег, они не имеют принципиального значения. Семья рухнула, да и ради бога, стоит это 4 тысячи, 40 тысяч, 400 тысяч, да сколько угодно. Я в этой семье больше жить не могу и не буду. Я буду свободным человеком. Поэтому глупости все это, это ничего не изменит ровным счетом для того, чтобы сохранить эти самые семьи, о которых думает Дмитрий Медведев.